я вспомнил. Не сделай, я снимаю. Ох, хитрая какая камера. Вообще хитрая. Ух, такие фаровые ветры, конечно, резкие. Класс! Я в восторге вообще, я в полном восторге. У нас с тобой 500 метров перепада до этой штуки, конечно. А у вас разные, да, мы смотрели, есть разные программы полетов, я имею в виду? Да, конечно, конечно. Да. Программа совершенно. Мы вот сомневались между... Но зависит от того, какая погода. Сегодня утро было хорошо, я еще с ребятами хорошо высоко очень летал. Вот можно делать и стандарт, и XC можно было делать, часовой полет. А потом накатилось, скомпенсировалось. Выпадение осадки. Дольше вы не летаете, да? Сильно, конечно, не будет. Дождем вчера, да. Очень красиво. А вы занимаетесь парапланеризмом давно? 15 лет. А как так получилось, что вот прям вот связали свою жизнь так, ну, кто там? А. Ого. Много напрыгал в свое время. Соответственно. Кстати, вот тот парень, с которым мы летали в Крыму, мы тоже спрашивали. Ой. Мы тоже у него спрашивали, как он познакомился с парапланеризмом. У него тоже отец связан с авиацией. Да, да, да. Его вот это вот так вот как-то захватило лет, наверное, в 10. И все. Я думаю, что я его знаю. Должен. Можно посмотреть ВКонтакте. Мы... О, боже мой! Ой, там водоем, да, какой-то есть. Да, гидроэлектростанция. Кстати, сегодня были в Анунаре утром. А, ой, прошу прощения, прошу прощения. Я сам придумал. Просто да. И нам очень, кстати, понравилось. Мне кажется, такое, конечно, заезженное место. Туда вот очень много высаживают туристов. Да, но нам понравилось. Мы там были очень рано утром, мы приехали, наверное, где-то в 6:30 утра и прям встретили рассвет, там еще солнышко было, не облачно, нам очень понравилось тоже. О, боже мой, мы прямо... Красивое место тоже вот здесь такое, хорошее. А вот это граница с Чечнёй. Не понимала. Ветер такой сильный.